Приветствую вас, друзья, у микрофона, как всегда, Рамзес. Ребятушки, возвращаемся в CS 1.6. Сегодня решил поиграть на таком замечательном Dead Run серии улетный забег. Ребятки, здесь, на этом сервачке, всем випкам, то есть, видите, какой онлайн, всем випочка на этом серваке. Вот, допустим, давайте напишем всем випка. И то есть, ребят, смотрите, давайте чат поставим на русский и спросим всем випка. И посмотрим, что нам ответят. Вот, смотрите, всем випка. Так, да, видите, у всех префикс есть, вот сантехник, вот давайте еще раз спросим, всем випка на сервере, так, вот, тут очень много, ребят, игроков с привилегиями, так что обязательно заходите, тратьте вместе со мной, ребятушки, покупайте привилегии, то есть, блин, вот так, будете учить меня дотранить, я, ну так, не особо умею дотранить, но что-то получается, ребят, так что жду вас всех, вот, видите, у всех киса, вот, некоторые игроки. То есть у всех здесь есть, ребят, привилегии. Так, здесь в темноте какой-то мы прыгаем. Все, на свет попали. И как нам туда... я понял. Мы делаем... Опа! Затем нам нужно сделать, скорее всего, вот так. И как-то туда запрыгнуть, наверное, да? Или нет, ребят? Я просто не шарю вообще. Вот так. Ладно, давайте мы, короче, ребят, вот так сделаем. Ох ты, вот так, паутиночку нашу с вами юзанем и с вами погибли, блин. Окей, давайте сейчас сделаем рестарт и все, сейчас начнем играть. То есть все випочка, ребят, очень круто. Я чуть бы на первой же секунде не слился, было бы обидно и печально. Было бы, ребятушки, печально. Так, все, взяли рука правая. Так, все, руку сменили. Сейчас в следующем раунде, ребят, я подключу, чтобы все привилегии... То есть, смотрите, или давайте... Да, в следующем... Давайте прям сейчас начнем подключать все. Так, давайте М6. Рестарт сделал, ребятки. Сейчас, все будет. Так, почему рестарт не происходит, ребят? Я не понял. Чё за? Теперь все, отлично. Сейчас, ребят, мы будем подключать себе привилегии, то есть плюшки всякие. Точнее, вот так. М8, купить привилегию. Где цены? Ой, точнее, ребят, выбор нож, а некр для... Давайте вот такой вот, или я не знаю что, давайте нож. Какой нож? Давайте вот этот, может, возьмем. Или вот этот. Вот этот, скорее всего, возьмем с этим побегом, ребят. Так, меню привилегий, VIP-меню. Так, от админка, вот. Смотрите, взять здоровье, скорость, гравитацию, заморозку можем, то есть это ловушку, чтобы обезвредить, то есть, ребят, многие писали в комментариях, я просто этого не знал. Дальше воскреснуть и так далее, тому подобное. Дальше можем подарить, ребят, привилегии, тут дать скорость, гравитацию, 150 хп, вот себе, допустим, деньги, двойной прыжок, то есть давайте себе еще двойной прыжок дадим, чтобы вообще все было супер. Дальше, выдача привилегий, можем подарить паутинку плюс випку, ребят, давайте подарим, не знаю, Сатоби, вот паренек какой-то, ему подарили. То есть очень круто, ребят, очень годный сервачок, всем советую, обязательно заходите, покупайте здесь привилегии, ребят, кто хочет, будем вместе с вами здесь играть, дотрани, то есть очень круто, тем более всем бесплатно випочка, ребят, то есть понимаете, насколько это круто, всем бесплатно, всем, то есть всем вам, ребят, будет доступна бесплатная випочка, то есть понимаете, насколько это круто, ребят, то есть, ну это заслуживает вашего лайка, ребят, что я нашел такой сервачок замечательно, тем более онлайн здесь стабильный, то есть 20+, вот сейчас играет, ребят, сколько? 22, где-то 27 человек. Так что, ребят, сегодня заходите, сервер будет фул, тем более я здесь буду играть сегодня вечерком, ребятушки. Так что жду вас всех. Тем временем у нас остается 2 человека. Так, вот, это получается террорист. И вот, дотранят пареньки. То есть вот так, карта темная, ребят, я не знаю. Почему-то она очень темная. В принципе, ух ты, вот так начинаем дотранить. У нас, кстати, пропадает почему-то М2. Почему у нас... А вот, все, 2 прыжка появилось. Я-то думаю, что у нас... Что у нас пропали 2 прыжка? Ну, на самом деле, все, ребятушки, окей. Так, ух ты, на локацию попал такую, ребят. Опа, вот так, все. И сейчас мы запрыгнем вот сюда. Опа, запрыгиваем. И тут надо начинать бэхопить, чтобы дальше пройти, ребятушки. Скорость 250 по-прежнему. Опа. Опа. Найс, тайминги сработали. Так, опа, отлично. Опа.
Вот так, ребятушки, отлично. То есть, ух ты, вот так. Паутинка нас спасает, ребятушки. У нас остается сколько там раз паутинки, и все, больше у нас ее, в принципе, не будет. Скорее всего, так. То есть, нам нужно как-то... Блин, ребят, не знаю. Так, опа, дотраним. Так, ух ты, а вот здесь прикольно, ребят. То есть, очень круто, очень. Если мы попадем в шипы, мы сразу же вроде бы слиться должны. Так, опа. Вот так, ребятушки, дотраним с вами. Ух ты, а чё мы так высоко подпрыгнули, я не знаю, не понял. Так, с 8 хп остается, ребят. Так, почему-то мы не можем дальше. Вот так, опа. Два прыжка юзанули, отлично, так. Бежим, ребят. И все, паутинки у нас уже точно не будет. Так, здесь гранаты вроде бы, да? Ух ты, автоматы какие-то еще. Так, а здесь как нам, ребят... Что здесь нам делать, я понятия не имею. В принципе, скорее всего, перепрыгнуть. Ну, блин, у нас нету. Сейчас мы, ребят, возьмем все разбега. Опа. И, блин, не смогли, ребят. Смотрите, мы делаем вот так. И забегаем сразу же сюда. В принципе, то есть, чтобы время зря не тянуть. Ну, карта какая-то темная, ребят, не знаю почему. Ну, блин, наверное, так и должно быть. Вот так, опа. Опа, ребятушки, опа. Вот так, ух ты, блин. Слили нас, к сожалению. Слили. Кстати, здесь на изи вот так сюда забираться можно с одного раза. То есть паутинку юзаем, и все, и мы здесь оказываемся. Ну, онлайн здесь, ребят, очень крутой, тем более все випочка бесплатно. Так что всем советую этот сервачок, ребят. Так, нам нужно как-то сюда вот попасть. Мы попали или нет? Вот, все, попали вроде бы. Все, отлично. Так, давайте ускорим нашу скорость. Вот, все, сейчас мы начнем здесь. Опа. А, кстати, там гранаты есть, ребят, смотрите. Опа. Вот где, вот граната здесь была. Вот она, наша с вами граната. Только почему-то мы, не знаю, не словили ее, скорее всего. Так, давайте, опа. Так, с этой юзанем. Все, отлично. Так, опа. Дотраним, ребятушки, дотраним, ой! Ух ты, тайминги, ребятушки, я думал, сейчас мы сольемся. Я думал, у нас паутинка есть, но на самом деле у нас уже все закончилось. То есть, и нету ничего. Так, мы назад возвращаемся вроде бы или нет? Все, вроде бы все как и нужно, да, ребят? Опа. Ой, вот сейчас не попали и паутинку слили. Ну, то есть, прикольно, ребят, сервак очень мне нравится, спецназ победил. Давайте сейчас последний раз попробуем топ взять. Сейчас. Опа, вот так. Залетаем сюда. Чуть бы не сливаемся. Остается 70 хп. И летим дальше. Летим, ребятушки. Вот так, улетаем. Здесь сейчас оборвется. Да, оборвалось. Так, ну давайте ее занем паутинку, чтобы быстрее было. Ух ты, вот так, все. Так, нам сейчас нужно аккуратненько, опа, и сливаемся. Ну что, ребят, думаю, будем заканчивать на этом. Показал вам такой замечательный сервер, онлайн уже 27 человек. Так что всем советую, заходите, обязательно играйте на этом сервачке. Покупайте привилегии, ребят, кто хочет, очень крутой сервачок, очень мне нравится. Так что я вам всем советую его. Вот так, обязательно ставьте лайки, ребятушки, еще раз подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Ну а с вами был я, Рамзес, всем удачи, всем, ребятушки, пока. Пока-пока.